И снова здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Карлик в свитере. И мы уже добрались до острова. Спойлер, это финальная локация. Вот так всегда, всю романтику убила. Ну а что ты еще ожидал, Леня? Да. Да, пешка в его игре. Блин, это что у него, солнечные очки, что ли, на капюшоне были? Но, несмотря ни на что, Салазар, он даже не финальный босс для меня. Он всего лишь для меня пешка. Потому что есть кое-кто покруче самого Садлера. Это Краузер. Вот это я понимаю. Настоящий бруталист. Ну-ка, у меня нету желтого ганджа. Нету. К сожалению, нет. Оп. Ух ты, изумрудик. Здесь уже изумруды появляются. Сначала шпинель, потом бирюза, теперь изумруды. Вообще замечательно. Тут всего где-то около 5 изумрудов, что ли, встречается. Эшли. Оба-на. Так. Я Splinter Cell. Ну, что, еще кто-нибудь, а? Еще кто-нибудь? Видимо, да. Они не высовываются, потому что меня боятся. Ах ты! Фига себе замаскировался. Блин, я его даже не заметил. Так, что у нас? Магнум. Сила пистолета Магнум. Кирю! Я здесь! Воу! Братишка, ну ты чё, а? Он чё, тоже похмельем страдает? Упс. Оба-на. Ну всё, сержант пришёл. Так, надо по-пырому принять аптечку. Ганжа, I love you. А, да что ж такое-то? А. Блин, как меня задолбали уже эти похмельные глисты. Я их по-другому уже просто не знаю, как называть. Упс. О-о-о. Да это же сержант Хаттред. Из братьев Вентура. И он меня задолбал. Зажигалочки. Упс. Да давай, иди сюда. Опа. Блять, я так уже скоро все аптечки израсходую. Все, вы меня заколебали. Шутки кончились. Настало время для Страйкера. Эй, сержантик. Неплохой удар, сержант, но недостаточно хорош для меня.
Кингпин. Я знал, что ему когда-нибудь задолбает уже жить. Воу, полегче, дружище, полегче. У тебя что тут, тушенка что ли кончилась? Видимо, да. Так, я не понял, а куда они вообще дели свои автоматы? Или что у них тут вообще, а? Это морская база, насколько я понял. А что обычно в гарнизоне испанского... Твою мать. Все, ребята, вы меня конкретно заебали. Полегче, дружище, я сегодня не в духе. Лежать на земле, сука. О, братюня, братюня. Где твоя снайперская винтовка? Где их оружие? Блин, как-то странно, что в гарнизоне ни одного оружия нет. Я вот в замке, например, и то нашел кое-что очень полезное. Слишком поздно, дружище. Эй, солдатик, сюда, солдатик. Да я тут погляжу, эпидемия похмельного глиста. Излечение по методу доктора Малахова. Да, оно оказалось эффективным. И все-таки странно, куда они дели свое оружие? У них даже пистолетов нет. Где их гранаты? Где их винтовки? Где вообще их экипировка? Вот, стоп. Я не включил этот лазер. Так. Отлично. Вообще легко. Судя по всему, мне придется забыть о своем любимом маузере, потому что это уже не актуально против морпехов. Бывших морпехов. А, отлично. Блин, я ж только сейчас понял, что у меня нет карты сокровищ. Сегодня не ваш день, ребята. Воу, полегче, ты же можешь кого-нибудь поранить. Пошел вон. Ха-ха-ха. Я слишком крут, чтобы умереть. А где лут? Здесь же должен быть хоть какой-нибудь лут. Ладно, у меня хотя бы патроны есть, это хорошо.
Здравствуй, братиша, ты где себе так лицо исцарапал? Слабо. О, ну кто там еще? Меня их голос просто вымораживает. О, полегче, братюнь, полегче. Это просто армия Саурона какая-то. Интересно, как на них подействуют слова? Аш нас турбутулук, аш нас туртулук. Не подействовало. Аш нас турбутулук, аш нас туртулук. Не работает. Аш нас турбутулук, аш нас туртулук. Нет. Никакой реакции. Полегче, ребятки. Споткнулся, бедолага. Эй, я тут. Они не напоминают этих ГОшников из Half-Life 2. По-моему, именно так должен выглядеть обслуживающий персонал Цитадели, который состоит из... который, по идее, состоял бы из предателей человечества. А то там какие-то сталкеры трудятся. Я на них без дрожи не могу взглянуть. Настолько их изуродовали. А в прошлом они были людьми. Да. Суровый альянс суров. Что-то мне не очень нравится это... Это... фреска. Точно, фреска. Красивая кошечка. Няшка. Нека. Да. Люблю кошек. Так, блин, у меня уже плющит. У меня уже галюны появились. Короче, я понял. Тут балом правит... Оу! Скорострельность. А вот базуки у них остались, и это самое плохое. Лох. А! Полегче, ребята. Промахнулся, не беда. Трололо. Я сваливаю отсюда. Лоло, трололо. Вам меня не поймать. Ооо, полегче, братюнь, полегче, я тебя прошу. Саплякс. У него оказался мягкий череп. Сдохни, сдохни, сдохни. А он крепок. Полегче, дружище. Блин, я должен свалить отсюда. А, я-то думал, что это желтый ганджа. Давайте, идите сюда. Я знал, что доконаю их. Ах, еще один. Давай, иди сюда, гошник. Правда? Фига себе. Ладно, что там дальше? Полегче, Робин Гуд самоучка. Хотя не так. У Робин Гуда был лук, а не арбалет. О-о. Ух-ё, динамит, динамит, боже ж ты мой, как я не люблю динамит. Вау, да я снайпер.
Так, ладно, заколебался я уже с ними воевать. Ловите зажигалку. Я думал, что у них хватит совести, чтобы сдохнуть. Лежать, сукины дети. Все, сейчас я буду мучать. Он некрасивый. Shut up. Ну, ребятки, вы, конечно, настырные. Отлично. О, а вот и сталкер. Очень вовремя. Ладно, на этом сравнительно спокойном месте я вас оставлю. С вами был Карлик Сидри. Всего хорошего.